Zombie Apocalypse. Ну а перед данным видеороликом, ребята, хочу вам порекомендовать прикольный каналчик Тон Юлька. Она только начинающий ютубер, у нее только 2 видео, но это только начало, ребята. Подписываемся, колокольчик, ребята. Пародии делает всякие, взаимки делает, бесплатный пиар тоже она делает. Шапка пока есть такая себе, ну, для начинающего канала очень хорошая. Аватарка прикольная, смотрите какая. Так что каналчик неплохой, ребята. Хочу вам еще раз сказать, она только начинает карьеру ютубера. Так что подписываемся, поддержим ее видео лайками. Да, ребята, подписывайтесь. Ссылка будет на каналчик в описании. Ну а мы переходим к видеоролику. Погнали! Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня я вам покажу, как выбраться с музея с помощью бага. Не ждать, пока активировать вот эти рычаги. Ну и да, я вам покажу, как ограбить его. И как вы знаете, обновление. Кто не знает, заходите в Jailbreak. Тут уже музей появился, можно грабить. Я вам покажу, как его сегодня ограбить. И покажу вам один баг сегодня. Так что приступаем, ребята. Сколько до открытия музея еще осталось? 59 секунд. Ну да, подпишитесь на канал, который я пропиарил. Подпишитесь на мой канал. Поставьте лайкосик под этим видео. Будет интересно, ребята. Давайте подождем сейчас. Так, 44 секунды еще. Понятно, да. Так, ну давайте тогда подождем, ребята. Ну-ка еще 34 секунды. Ну нормально, сейчас мы подождем. У меня, ребята, уже вон 207 тысяч. Я собираю на Бугатти. У меня уже 5-й двигатель в моей Ламборгини. Вон, посмотри, Ламборгини, вон она стоит, ребята. Черненькая моя машинка. Вот тут чуваки собрались грабить музей, наша банда. Так что давайте 9, ребята, начинаем грабить. Видео не будет очень долгим, но будет полезным, ребята, для вас, кто хочет ограбить музей, но не умеет. Так, погнали. Наступали. Ой, я упал. Я активировал сигнализацию случайно. Блин, сейчас копы. Хотя копов нету, я на вип-серваке, ребята. Так что да. Ну, я на вип-сервере просто захотел поиграть, чтобы копы не мешали, ребята. Я всегда так играю на вип-сервере. Потому что, ну, ребята, я не люблю играть. Ну, да каждый не любит, когда тебя копы ловят. И в тюрьму обратно забирают. Я это ненавижу. Меня это начинает бесить, потому что я не зарабатываю деньги на свою Бугатти. Все, ребята, у нас... кстати, это был, ребята, как я достал пистолет. Это тоже как бы баг. Нужно поддержать на оружие. Поддержать вот так. И нажать потом. Ну, вот это так я достал, ребята, пистолет, потому что так он не достается просто. Так, погнали теперь, ребята, сюда. Так, я, ребята, сейчас выберусь с помощью бага. Вот, ребята, не активируй. Чувак, не показывай мой баг. Блин, мы уже выбрались. Ну вот, дверь открыта, но я хочу вам багом показать, как выбраться. Вот, мы вот так встаем, ребята. Вот, мы встаем вот так просто. От первого лица. И на замешок вот этот вот встаем. Так. Нажимаем кнопочку вперед и нажимаем кнопочку Си лечь. И давай. И все, ребята, я где-то. Не знаю, где я. Вот, я уже возле за музеем. Хотя я с помощью двери, ну, не вышел. А вышел я с помощью бага. Вот такой вот баг, ребята, был сегодня у нас. Да, видео получилось. Ну, блин, там коп. Это вип-сервак, ребята. Я ссылочку какого-то ютубера нашел на вип-серв. И на нем играю. Ну, конечно, тут коп появился, полицейский. Но мы сейчас попробуем забрать денежки. Чтобы забрать денежки, нам нужно на базу криминала, которая находится в пещере, вот там в туннеле. Так что давайте едем сюда. Нашей ламбе. Так, давайте попробуем на трамплине, ребята. Ты с вами, ю-ху! У меня 5-й двигатель, ребята. У меня все на максимум стоит. Так, на ламбе. Такой прям с... как это? Сейчас, ребята, я вспомню. Сейчас, так, я у меня просто хочу. Вот, мы сюда идем к этому коллектору, ну, коллекционеру, в общем-то.
Мою лампу угнали? Нет, не угнали, фух. Спойлер, да, спойлер, я просто, ну, чуть-чуть забыл. Вот такой вот спойлер я у меня есть. У меня расцветка прикольная, не желтенькая, как у игрушечной, а черная, с серыми окнами, с этим много. Фары желтые, ну, как все надо, ребята, все то. Я собираю на Бугатти. Что, ребята, делать? Видео получилось очень маленьким, так что я не хочу на этом заканчивать. Ну, пойдем еще что-то ограбим. Не знаю что, ну, погнали. Я уже, ребята, про, я уже не нубик в этой игрушке. Так, банк, у меня нету карточки, плюс он закрыт еще. А, например, как ювелирка насчет ювелирочки, как? Она открыта, нет, закрыта. Закрыта, блин, ребята. Что же делать? Музей? Ребята, музей. Давайте еще музей разок, я хочу про все-таки. Например, ребята, попадаются когда-то нубы, когда ты грабишь вместе с ними музей. И вот этот способ вам понадобится, чтобы выбраться с него. Потому что там нужно два игрока, чтобы... Это, что сделать? Чтобы рычаги активировать. А, например, второй игрок, он какой-то нубик, не знает, как активировать. Ну, там, или не знаешь. Ну, он, в общем-то, первый раз музей грабит. Не знаешь, ребята. А давайте подождем. Возможно, ювелирку сейчас ограбим. А потом в музей пойдем. А, тут, я подумал, что это коп. Ага, случайно. Так, народ, а я знаю, как другой способ, как пролезть в ювелирку. Вот так вот просто берешь, вот так голову это и проходишь, вот так. А вы ползучие такие. Ползать любите. Бага не знаете, нубики, наверное. Да, они нубики, ребята. Так, давайте тогда. Ух ты, какой хороший полицай. Ой, вот коп! Вот коп! Валим! Валим! Валим, ребята, валим! Валим, я, пожалуй, валить. А ну-ка, давайте его сейчас прибьем. Вот, вот, на тебе. На тебе, коп. Где ты там? Ай, вон он! Ребята, вон он, коп. Так, я не знаю, что делать. Я хочу его убить. Побыстрее. Вон он, ребята. Где ты, коп? Вон он. Вон он, коп. Иди сюда. Нет, вот коп. Ай, быстро. Быстро, нет. Ай, быстро. Гоним, ребята, гоним. Я убил, ребята. Я просто крутой. Так, я хочу ювелирку, только ювелирку нам коп не дал грабить, блин. И это, ребята, про. Он про. Коп не нубик. Вот этот вот Торм 3 то. Это не нубик, ребята. Это даже очень про. Только я хочу как-то грабить похитую ювелирочку. Где этот коп? Вон он за мной! Нет, топим, ребята, топим. Ух ты-то как? Ты издеваешься, коп. Блин, он за нами еще до сих пор. Но он на дурацком мустанге, ребята, ходится. В самой медленной тачке в Jailbreak. А я на ламбе прокачанной. Еду, то есть. Короче, гоняю, да. О, нету копа. А где он? Где коп? Не пугайте меня, потому что он сейчас выскочит. Минус в ламбе то, что она может где-то застрять. Так, ювелирочка. Так, давайте подождем. Ну, мне что-то не очень хочется, но давайте. Ну, окей, давайте, ребят, давайте ждать. Я бы хотел подождать, конечно. Давайте посмотрим, где он. Его уже нету, ребята, он уже куда-то ушел. Наверное, он уже превратился. Да, он перезонеров превратился. Ну что, вот давайте тогда. Ну что, ювелирку или музей? Я хочу музей. Давайте музей. Музей — это обновление. Ну, крутое, новенькое. О, чувак на Бугатти гоняет. Только не на прокачанном, а на обменном. А, там коп? Нет, не коп. Да ну, Бугатти, не обгоняй мою лампу. Мустанг — это самая медленная транспорт.
медленный транспорт Giant Drive. Вот он, останки. Ой, тут коп. Нет, тут коп нет. Нет, есть. Ну, потому что я вижу его тачку. Мустанг с этими, с мигалками. Полицейский. О, давайте еще. Я хочу музей показать вам еще этот баг. Лоло ложка. Лоло ложка играет какая-то. О, уже грабят. Я не понял. Меня что не ждете? Меня. Подождать нужно. Так, давайте. Так, быстренько все. Грабим. Грабим ювелирку. Ой, какую ювелирку, ребята, музей. Я уже вообще... Музей грабим. Вот, 5 из 5 можно прокачать. Ну, это, ребята, конечно. Давайте робаксы сюда, я вам прокачаю. Ага, да. Ну вот, вот, мы держим. На пистолету так держим. Зажимаем левую кнопку мыши. И потом нажимаем. И все, и у нас мешок пропадет. Но деньги у нас сохранятся. Так, давайте вот так. Вот так становимся. Вот так. Давай, давай. Давай, давай. Нет, ну что? Не, я хочу с помощью бага. Я буду бага-юзер, ребята. Вы издеваетесь. Да что же ты, давай. Я не хочу по... Вот так, вперед и... Ну, какую... давай. Да, ну, уже давай, ну... Ну, блин. Ну, ребята, вот так вот, смотрите. Мы вот так становимся за мешок от первого лица. Потом нажимаем кнопочку вперед и кнопочку C. Ну, уже, это что такое-то? Ну, оно, ребята, работает, ну... Просто что-то не то. Ну все, все, все. Я наконец-то выбрался. Как-нибудь, но выбрался. Так, я тебя подвезу, чувак, если хочешь. Давай. А за, ребята, когда ты кого-то подвозишь, кому-то делаешь пользу, тебе дают бонусы. Сейчас посмотрите. Например, я этого хакера сейчас довезу до базы криминала. Мне дадут бонусные 400 баксов. Потому что как бы... Шо? Мне дадут 400 бонусных баксов за то, что я как бы его подвез, как бы партнеры там, как бы я помог ему. И за это дадут бонусные 400 баксов. Так, давай, 400 баксов. И 4000 давай сюда. Вон, 400 ассист, короче, как бы ассист. И мне дали... Да, мне все мы... А, не, мне дали... Короче, когда ты подвозишь кого-то, мне дали, например... Мне дали сколько? 2000... Не, 4400. Всего за музей дают 4000, если не с прокачанной сумкой. А так, то, если ты с ассистом, там, например, с каким-то чуваком его везешь, то получается как бы 400 бонусных тебе баксов дают. Ну что, ребята, давайте на этом закончим. Мы сегодня хорошо так ограбили... Два раза музей мы ограбили. Он уже у меня 216 тысяч. Я буду продолжать играть. А вы не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Если хотите еще Roblox, пишите в какие. Только не симуляторы, ребята, потому что симуляторы я не буду снимать в Roblox. Так что давайте. Лайк, подписка. Всем удачи и всем пока.